Накануне празднования Дня российской науки в Саровском драматическом театре чествовали тех, кто стоит только в начале научной, творческой или спортивной карьеры. Школьники, которые поднимались на сцену, не единожды попадали в объектив канала 16 и становились героями репортажей. Старания ребят на занятиях, словно кирпичики, выстраивали лестницу на пьедестал почета различных конкурсов, фестивалей и олимпиад. Ребята, на этом не останавливайтесь. Для вас эта сцена как трамплин в жизни. Давайте, дерзайте. Не бойтесь брать на себя ответственность, не бойтесь рисковать, и обязательно удача будет вам сопутствовать. В стремлении реализовать свой потенциал они отлично отвечают на уроках и на 100% выкладываются на тренировках и репетициях. Даже на церемонии награждения некоторые из ребят успевали получить заслуженные награды и порадовать зрителей своим талантом. Поддержать лауреатов конкурса талантливой молодежи пришли их друзья, родные и наставники. Каждого, кто поднимался на сцену, зал встречал бурными аплодисментами. В приветственной речи глава города отметил, что все юные дарования приложили к своему успеху немало труда. Помимо таланта, который у них есть, нужны, конечно, условия для того, чтобы их реализовывать. А условия в нашем городе были, есть, и мы сделаем все возможное, чтобы они были для самореализации, для воспитания не только по линии образования, но и по линии дополнительного образования, по линии развития гармоничной личности. Словно передавая победную эстафету всем талантливым детям, лауреаты конкурса вместе с воспитанниками детской школы искусств исполнили гимн российского движения школьников. В следующем году на сцену драмтеатра поднимутся другие школьники, которые пока только на пути к признанию и успеху. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.